фигура дрессировки. Сид. Молодец. Даун. Молодец. Хорошо. Сид. Молодец. Хорошо. Теперь демонстрация даун на расстоянии. Щенок усаживается, а мы потихонечку отходим. Место. Жди. Даун. В идеале, конечно, если собака где сидела, там и села. Но Дарика сделала шаг вперед. Это не совсем верно. Сейчас попытаемся сделать как положено. Дарика. 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 Сид. Какой бы продолжительной пауза ни была, но лучше выдержать паузу и дождаться выполнения команды, чем многократно ее повторить. Уверяю вас, собака обязательно сядет. Жди. Для того, чтобы собака не сделала шаг вперед при команде на расстоянии, шаг вперед делаете вы. Пока болтала, собака не выдержала и сошла с места. Сид. Жди. Повторюсь. Для того, чтобы щенок лег из положения сидя, там, где он находится, в момент команды даун на расстоянии, сделайте шаг вперед к щенку. Дарика, сид. Даун. Хорошо. Молодец. Еще одна из команд – это команда «Стоять». В конечном итоге собака должна это делать по жесту. Но мы только начали изучать ее. Дарика, стоять. 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 Хорошо. Стоять. 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 При этой команде лучше не сразу отдавать все поощрение, а потихонечку скормить с руки. Молодец. Умница, девочка. Хорошо. Хорошо. Браво.